папочка. Привет. Где моя мама? Ей пришлось уехать. Далеко-далеко? Далеко-далеко. Джон, у вас особые обстоятельства, но нельзя бесконечно перебирать семьи. Нужно принять решение. Майкл, ты когда-нибудь хотел жить в другом месте, в другом городе, в другом доме? Мне нравится дома. Ребенку нужна мать. Ты бы хотел, чтобы у тебя была мамочка? Папа, что такое усыновить? Когда папа не может заботиться о сыне, и его берет к себе новая, хорошая семья. Он прожил счастливую жизнь, а потом состарился и умер. Это грустно. Нет, Майкл. Я думал, что почувствую. Нет, эти не годятся. Лучше те. Но что, если я ошибусь? Я нарушаю кучу известных мне правил и наверняка еще парочку неизвестных. У нас совсем не осталось времени. Я всегда думал, что знаю его. Но знаю ли я его на самом деле? Достаточно для такого. Спокойной ночи, Майкл. Один на один. Скоро в кино.